Новгород. Город древних сказаний и современной промышленности. Продукцию новгородского полупроводникового завода имени Ленинского комсомола знают не только у нас. Ее ценят в 32 странах мира. Среди лучших производственников можно назвать Нину Ивановну Тимофееву, сменного мастера участка в цехе номер один. Новая пятилетка, отмечал на 25-м съезде КПСС Леонид Ильич Брежнев, должна стать пятилеткой эффективности и качества. Уже сейчас все приборы, выпускаемые на заводе, имеют на ярлыке красный пятигранник – государственный знак качества. Коллектив участка предложил развернуть соревнования в честь 60-летия Великого Октября за увеличение производительности труда при отличном качестве –